Это Квалчеры, всем здорово! Сегодня я стал уникальным обладателем уникальной бета-тестерки в Майнкрафте. Как видите, мне стала доступна вот такая вот версия 1.14.3. Как видите, ее сегодня буквально сделали, вот видите, здесь 1 июня, у пиндосов по-другому дата пишется. Самое главное нововведение вы можете увидеть вот здесь, они добавили Борецкого. Давайте, собственно, зайдем в Майнкрафт, вот он у меня. Они почему-то не изменили название версии, но это для них нормально, это же тупые пиндосы. Давайте, блять, продолжим игру нахуй. Итак, значит, давайте пройдем мой дом, украинский, это мой мир выживания, собственно, да. В этой новой версии добавили вот такие вот блоки, как видите, их еще не перевели. Это вот блок Валчары, а это голова Борецкого. Собственно, вот так вот выглядит голова Борецкого, как видите, она проработана со всех сторон. И вот это вот блок Валчары, как вы можете заметить. Собственно, давайте возьмем. У меня здесь специальное отделение под то, чтобы построить Борецкого. Итак, собственно, чтобы производить Борецкого в Майнкрафте, нам нужно сделать, поставить блок Валчары вот так, вот так, вот так, вот так. И после чего наверх нам нужно поставить голову Борецкого. Итак, вы готовы? Блять, что это за хуйня, блять, поебали, поебали нас, сука, блять. Ебать, будете, нахуй, блять, пошел нахуй отсюда, блять. Волчара, волчара, блять, сука, кое съебаешь, блять, нахуй, блять, сюда пиздец, ебаный, блять.